Вызов принят, едем. С октября 2018 года в Ленинском районе открылся третий по счету пост скорой помощи. Разместился он в здании недавно открытой Молоковской больницы, и зона его охвата достаточно обширная. Володарка, Григорчикова, Молокова, Мисайлова, ну и, скажем так, мелкие деревни, которые прилегают вдоль Володарского шоссе. При необходимости и возможности данная бригада может быть обслуживать еще и населенные пункты, которые идут по Каширскому шоссе, которые для доезда именно отсюда гораздо более удобно. Это Опаренки, Маловидное и прилегающие, скажем так, СНТ. Основная цель появления нового поста – это, конечно же, сокращение времени прибытия бригады врачей к пациенту. Если раньше скорые сюда выезжали с подстанции скорой помощи в Винном и с трудом пробирались по загруженному Володарскому шоссе, то сейчас все изменилось коренным образом. Есть 15 минут, если дальние какие-то уголочки. То есть 18 минут положенные мы укладываемся. Вызовы разнообразные, детей очень много. Сейчас сезонность идет, простудные заболевания – гипертония, в связи осень-весна, когда идет обострение всех хронических заболеваний, конечно, острые есть, неотложные вызова. Пока здесь работает всего одна бригада. Нагрузка на нее повышенная, ведь нормативом считается до 12 вызовов в сутки. А здесь усредненное число уже 15-20. И причина очень проста. Официально пост обслуживает порядка 12,5 тысяч человек. А это в разы меньше числа фактически проживающих. Впрочем, выход из сложившейся ситуации есть. Со стороны жителей Мисайлова, пригород Лесной, Новомолокова. Очень надеемся на скорейшую их регистрацию для того, чтобы дать нам законные основания для увеличения количества бригад. Но уже сейчас местные жители с радостью встретили весть о появлении поста скорой помощи. Время же сократится в пути, правильно? Больного везут или 10 минут, или оттуда в пробках. Все очень хорошо. Без пробок, все рядом. Это будет действительно скорая помощь. Напомним, что кроме Молоковской больницы, посты скорой медицинской помощи расположены еще в поселках Новодрожжино и Развилка. Екатерина Коваленко, Владимир Бежонов и Елена Кошелева. Видное ТВ.